24 января 2016 год. Встала я с утра, как обычно, ни рано и ни поздно. Поняла, что это будет, как всегда, обычный, абсолютно нормальный день. Открыла свой календарь в ежедневнике. Обозначены 4 даты. Это были мои экзамены. Самый ближайший 13 января. Так что это у нас, это история международных отношений. По ней у меня 28 билетов. У меня осталось 9 дней, и если я буду учить по 3 билета в день, я легко справлюсь. Надо написать себе напоминалку, чтобы каждый раз, когда я садилась за стол, я понимала, что мне надо учить 3 билета. Итак, начинаю готовиться. Я начала выделять важную информацию в билетах, делать какие-то пометки, учить, зубрить, понимать, пытаться запомнить хоть какую-то информацию из этих долбанных билетов. Было такое ощущение, что прошло уже куча времени, и я решила посмотреть, сколько же времени. Но тут увидела, что мне пришло сообщение из ВК. Начала переписываться ВКонтакте, затем зашла в Инстаграм, проверила YouTube, проверила все, что только было на моем телефоне. Я даже поиграла в Subway Surf. Мне стало жарко, я начала отмахиваться билетами, поняла, что это билеты и что нужно, наверное, их учить. Но расставив приоритеты, я поняла, что у меня еще куча времени, господи, зачем я так парюсь? Пойду лучше посмотрю сериал. Посмотрела одну серию, вторую, четвертую, шестую, седьмую. Немного 5 утра. Что, 5 утра? Походу, пора ложиться спать. 5 января 2016 год. Я спала. Спала долго. Очень долго. Встала в 3 дня. Поняла, что режим немного сбит. Я открыла телефон. И опять же решила поставить приоритеты правильно. И я решила, что я расставила их правильно, выбрав телефон, а не билеты. И так всю неделю. Двенадцатое января. День, когда все изменилось. 11 утра. Я долго думала, анализировала всю прошедшую неделю и поняла, что завтра экзамен? Итак, сколько мне надо выучить? Сколько я уже выучила? Так. Мне надо выучить... 22 билета? Итак, надо начинать учить. Выучила один билет. Выучила второй билет. Выучила третий билет. Четвертый. Надо попить кофе. Приношу кружку, пью, учу. Главное, это не потерять сейчас концентрацию. Что? Кто мне звонит? Алло, Саш, ты знаешь, да, что в кино идет твой любимый фильм, который вот ты безумно хотела посмотреть? Слушай, погнали на него сегодня, мы собрались с всеми друзьями, ни разу так не собирались в компании, как сегодня собрались, поэтому посидишь? Кружка кофе. Итак, я учу 5-й билет, 6-й, 7-й. Кружка кофе. Нарисовала кружок, цветочек. Нарисовала картину? Что? Так все, хватит. Мне нужно сменить род деятельности, иначе я просто умру в этих билетах. Пойду реально порисую картину. О, как здорово просто делать что-то, а не учить билеты. Рисую свою любимую Венецию, Италия. Версальский мирный договор, Венская система, Англия. Англия! Черт, я забыла, когда была Англобургская война. Все. Вспомнила. Итак, нет, я не хочу огорчать маму, поэтому я снова сяду за билеты. Итак, 10 билетов, 15 билетов, 17 билетов. 4 утра. Мне вставать через 3 часа. А я еще не легла. Так, зайду в Инстаграм. Посмотрю фотографии. Как счастливые люди сейчас весело отдыхают. Стало грустно, я решила поплакать. Кружка кофе. 5 билетов. 1, 2, 3. Кажется, я умру, если я не посплю. Но ведь еще 2 билета. 5:30. Сессия.